настоящий шабаш нечисти. Сегодня будем отпускать грехи всех грешных, всех демонов. Я думаю, сегодня ночь будет действительно жаркой по-пиратски. Йо-хо-хо! И бутылка рома! Выпить, побомжевать, набить морду, получить! Что сегодня у нас будет на ужин? Я думаю, человеческие руки. Сейчас кошечка только что сказала, что она может много. Что нынче заключенные едят на ужин? Салат «Цезарь». А вы говорите, что на стране хреново. Не-не-не, друзья. Сейчас начинается самая жизнь. А скажи, у тебя были страшные мужики? Нет, все красавцы. Зачем же мне красавицы, страшные мужики? Только красивые. Это Body Vision, друзья. Это Body на всю ночь. Дикий бар встречает всех, у кого глаза светятся. Но его у нас первый. Здравствуйте. Привет. Скажи, кто ты сегодня? Зомби. Я бестринг, я ведь зомби. Здравствуйте, отче. Я Падро Юрий. Только я еще свою келью не нашел. А чем вы отпускаете грехи? Крестом или... жезлом. Скромный попался нам какой-то священник, который по ночам тусит по клубам в Москве. Я человек никто. Может, я ведь. Давай тебя изгоним демоном. А ты будешь сегодня снимать с себя костюм? Ой, кошечка, друзья, у нас кошечка. Это называется балаклава. Этот персонаж требует особого внимания. Спасибо большое. Это человек-курица. Да, вот уже захватил кикимору очаровательно. Покажите, пожалуйста, русалку. И все с какими-то крыльями. Что это вдова или это спеша... Черная невеста. Полицейская. ЗК номер 88-16-88. Леди Паук. У нас сегодня Человек-паук в женском обличье. В образе нечисти. Я сегодня в образе феи. Она должна быть заключенной. Я вижу замечательных людей. Ну как замечательных? Сегодня не адские существа. Скажи, пожалуйста. Человек не только слепой, но еще, видимо, под какими-то таблетками, которые он шиль продает. Есть уже 5 лет, он у меня жертва. Вон он сидит. То вечером у вас состоится самая массовая ролевая игра. Чего ты боишься? Ничего не боюсь, только святой воды и святых отцов. Я боюсь боли, больше всего. Остальное все прекрасно. Ну что ж, по-моему, получилось нормальное такое путешествие в мир нечисти в Тикибаре. Body Vision, друзья, смотрите только там. Все зажигательное видео. А с вами были Евгений Кунин и Сергей Печенов. Да и прибудет с вами сила.